Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Стартовала бизнес-неделя на Вятке. В ней примут участие более 500 человек. Спикеры из разных регионов страны. Для участников состоятся круглые столы, семинары, мастер-классы, лекции от ведущих бизнес-тренеров России. События бизнес-недели посвящены важнейшим вопросам и тенденциям предпринимательства. Внешнеэкономическая деятельность, импортозамещение, аутсорсинг, семейный бизнес, промышленный туризм, молодежное предпринимательство и многое другое. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Центра «Мой бизнес». Экономика. Кировчане могут обменять мелочь на купюры. Наш регион присоединился к всероссийской акции «Монетная неделя». Возрастное ограничение 16+. Она продлится до 2 июня. В это время можно сдать монеты в банки, зачислить их на счет или обменять на бумажные купюры без комиссии. Узнать, какие отделения банков участвуют в «Монетной неделе» и на каких условиях принимают монеты, можно на сайте нашей радиостанции в разделе «Новости». В прошлом году в Кировской области в оборот вернули более 130 тысяч монет разных номиналов на общую сумму более 700 тысяч рублей. В эфире «Экономика». Житель Кировской области растратил более 10 миллионов предприятия, на котором работал. По версии следствия МВД, обвиняемый, являясь начальником отдела переработки вторсырья распределительного центра крупной торговой организации, преследуя цель незаконного обогащения, в течение года организовывал хищение складированной макулатуры. Он сдавал ее в пункты приема, а вырученные деньги забирал себе. В результате организации был причинен ущерб более чем в 10 миллионов рублей, рассказали в областной прокуратуре. Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На его имущество стоимостью 1,5 миллиона рублей наложен арест. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».